Картина Нестерова «Всадники» теперь будет украшать дом номер 5 по улице Кирова в Сергиевом Посаде. Приглашенные художники из Москвы Елена Потапкина и Максим Горобец по инициативе Троицы Сергиевой Лавры и администрации Сергиево-Посадского округа начали работу над созданием мурала – огромного изображения на стене многоквартирного дома. Автором и художественным руководителем проекта выступил член Московского союза художников, художник-монументалист Егор Лаптарев. Картина «Всадники» Михаила Нестерова отражает эпизод, случившийся во время осады Троицы Сергиевого монастыря польско-литовскими войсками в 1608-1610 годах. По легенде, преподобный Сергий Радонежский пришел во сне к монаху и сообщил, что посылает в обители подмогу. В эту же ночь мимо вражеских войск стремительно пронеслись три всадника, над головами которых горели нимбы. Чудесное явление сопровождалось звуком несущейся конницы. Интервенты услышали его и сняли осаду и отошли от стен монастыря. Напомним, что в доме номер 5 по улице Кирова несколько лет назад взорвался газовый баллон. Тогда снесло практически целый этаж. Дом восстановили, ну а теперь он станет одной из художественных достопримечательностей Сергиева Посада.